Приветствую всех на канале. Сегодня у нас очередная посылка с Китая. Это у нас что тут? Это у нас должен быть радиоконструктор. Так, так оно и есть. Давайте все вытаскивайте и смотреть, что там внутри есть. Это у нас настольная лампа. Вот такой радиоконструктор. Очень интересный. Вот. Давайте вытаскивать все. Тут у нас рассыпуха должно быть, кабель, вот, мини-USB, вот, крышка задняя, схема должна быть, ну и вот корпус основной. Так, надо собрать настольную лампу, можно, конечно, купить в магазине всегда, вот, и может быть даже дешевле это будет стоить, чем, значит, сидеть собирать. Но мы же ищем не легкие пути, а мы ищем как бы пути интересные, когда придется потрудиться. Вот она, печатная плата у нас, она неплохая печатная плата, тут даже какие-то есть, значит, пятаки для чего-то, может быть, для как бы дополнительной схемы можно собрать какую-то, вот, ради любителя. Так, это у нас для светодиодов печатная плата. Ну и вот рассыпуха небольшая, количество ее мало, малая рассыпуха. Питается это от 5 вольт, от любой зарядки практически для смартфонов. Вот. Но, в принципе, есть и удлинители с USB, так что проблем в питании нет. Здесь у нас инструкция, все на английском. Значит, и схема довольно-таки простая. Тут у нас управляющий MOSFET есть, вижу, 2302. Еще один вот здесь AO3415. Это для зарядки. Это схема зарядки, это схема, собственно говоря, настольной лампы, которая еще имеет потенциометр, значит, она регулируется яркостью. Ну, давайте собирать начнем все это. Схема довольно-таки простая, собрана на таймере NE555. Это распространенный такой чип. Он генерирует импульсы с периодичностью, значит, в зависимости от положения потенциометра ручки управления. И, соответственно, влияет на MOSFET 2302. Нагруженные на 24 светодиода, подключенных параллельно. Печатная плата изготовлена из текстолита. Вся шелкография и маски, все, что положено, присутствует. Пятаки, значит, у нас металлизированы. Также из текстолита сделана вторая плата. Она чисто для светодиодов. Сначала устанавливаем резисторы, так как они самые низкие детали. Затем диоды. При установке диодов необходимо обратить внимание на полярность. Устанавливаем конденсаторы. Тут присутствуют и монолитные конденсаторы, так называемые флажки, и электролитический конденсатор. Электролитический конденсатор имеет полярность. Устанавливаем USB разъем, необходим для питания. Устанавливаем кроватку для микросхемы. По указанию на печатной плате устанавливаем MOSFET транзистор. Теперь припаяем 5-пиновые разъемы. Припаяем потенциометр. Еще один разъем дополнительно поставил для светодиодов. Так как блок зарядки в комплекте не отсутствует, вместо этого блока припаял нулевой резистор. Через трубку требуется протащить провод для питания светодиода. Запаяем плату с светодиодами, обращая внимание на их полярность. Крышку закрываем, она прозрачная у нас. Вставляем провод в основной корпус. На конце провода крепим разъем. С помощью 4 саморезов закрепляем печатную плату. Устанавливаем потенциометр с платой. С обратной стороны у нас есть гайка для крепежа. Подсоединяем все проводники с помощью разъемов. С помощью 4 саморезов закрепляем корпус. Собрал настольную лампу. Сборка очень легкая.
Вот специально развернул лампу так, чтобы можно было видеть, как она работает во время нашего тестирования. Подаю от USB 5 вольт. Давайте с самого начала поставим, выключим. И будем включать и смотреть. Так, ничего не работает. Включаем, тут выключатель у нас. Так, горит. Ну, самый слабый свет. Потом он должен расти. Свет становится все ярче и ярче. И достигает максимума на вот этом данном положении, последнем положении. Ну, вот так должен работать. Применение прикроватное, допустим, настольная лампа. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписаться на канал, кто не подписался. Пока.